Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решали. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решали. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Тут Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решали. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Тут Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решали. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Тут Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решали. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Мяч покинул центр поля, и главный матч Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Леандро Троссард. Алехандро Пасуэл. Руслан Малиновский. Какой удар! Это по воробьям.